Хе дихання ранку бранч Show. Отже, розпочинаємо розмову аж з трьома гостями, які завітали до нас у студію. Це Павло Прижигоцький, Дар'я Скиба та Антоніна Зеленецька. Доброго вам дня. Доброе утро. Чи Добре. то ранок, чи то день, кому як так. Отже, поговоримо про фестиваль, організаторами якого ви і являєтеся. Це Арт Вікенд у місті Мокачево, який відбудеться цими вихідними 18-19 травня. Правильно я говорю, да, так? Да. Ну що, давайте одразу про найголовніше про програму фестивалю. Так що взагалі люди там зможуть побачити. Чому аж два дні, які будуть локації, де це відбуватись буде, о котрій годині і так далі. Окей, okay. e, начнем з основного. Фестиваль буде прохитання. 18-19 мая это суббота-воскресенье, в парке Перемоги. Это основная локация с 10 утра и пока не устанем. Основная. топ это не едина. Да, э, это не единственная локация, но и внутри этой основной локации будет действовать 5 еще отдельных локаций. Э, э, на основной локации у нас будут такие направления. У нас будет основная сцена, у нас будет малая сцена, будет лектории, сцена с лекциями, с мастер-классами, будет игровая зона, будет урбан зона, хип-хоп, брейкданс, битбокс, и будет арт зона, открытая галерея. Давайте формі. про це про, про кожну зону детальніше, щоб люди зрозуміли, що це от я почула лекційна чи лекторна так зона. Да, да, я да, собі да, да. уявила викладача університет, сижу, записую щось за ним. Ні, що це таке взагалі що за лекція. Ні, більше звісно, відкритий такий формат не ні, ні чому не обов'язуючий. Ми пригласили несколько очень хороших спікерів. Некоторі їдуть к нам з інших міроїв України. Например. — «Будуем Украину разум организация БУР. У них сейчас проходит БУР-Тур, они это mm -hmm. называют. И они неделю назад или пару там дня три-четыре назад выехали из Харькова. Теперь, по-моему, в Одессе находится, ну и потихоньку движутся к нам. Они будут рассказывать про то, ну, вообще, «Будуем Украину разум они занимаются. реконструкцією, они занимаются займаються разных різних громадських просторів, то есть вони строят, делают, пилят, вот, тобто они строят, ділять, пілять, тобто в прямому сенсі волонтери. будуємо так. Вони да. Прямом... будуть людей вчити будувати, ані, ані будуть вчити людей, рассказывать людям, як можна делать изменения на местах, не ожидая ніч ну не ждать изменений, а делать їх самим. Тобто не чекати допомоги з боку, так? Сам... Да. Самим, да. де брати матеріали, де шукати спонсорів, як це реконструювати все своїми руками. Да. Если, если хочешь, что ты сделаешь, если не хочешь, что. Ну такой вам от меня, особисто комплимент. Если честно, я такого еще не бачила у нас, таких такого плану лекцій. Это очень цікаво. Да, это И... одна одна из лекций. Будут мотивационные лекции, будут э, лекции, то, что сейчас очень важно, популярно, актуально, актуально э, как продвигать свой инстаграм. Uh -huh. Про інстаблогінг, про продвиження інстаграму безплатно і ефективно. Так, да, будуть как раз таки лекцію проводити опыт на СММщики. Вот. Так само з інших міст України, uh, так? Ні, СММ у нас із Мукачева, і uh, по інстаблогингу Сужгорода. Не просто так фестиваль називається Молодіжний, так? Все для молоді. Да. Добре, це що стосується лекцій, так? Тобто, різні такі на, на різну тематику актуальну для молоді. А інші локації, ви кажете, велика сцена, мала сцена. Що це? Що там буде відбуватись? Да. На большої сцені у нас будуть виступати виступати німецька група і чешська група. Дві ета Brainwashed, група з Германії, After 12, група з Чехії, плюс українська група, яка участвувала в 2016 году в Ексфакторі. Light. One Light Inside, по-моему, да. Uh -huh. Они просто добавились только пару дней назад к нам и будет наша группа из Мукачева и также будет э, наша сцена, которая больше уже наполнена местными исполнителями. Она будет работать тоже два дня. Она, ну, в первый день это малая сцена, во второй день она будет основной сценой. Э, вот. Там тоже будет жарко, интересно. все это два дня, или это один какой-то день? 18, 19, будет два дня, так? 18-го будет большая сцена работать, а 19-го будет работать, ну, малая, она же и основная, э, больше ориентирована на э, нас, на наши группы, на наших местных На местах, так. Весь фестиваль, он настроен на да. то, чтобы максимально большой большое количество людей дать им возможность как-то себя проявить и для этого у нас есть большая сцена, чтобы, например, люди, которые не знают, как это делается, не знают, ну не были на больших фестивалях, они имели возможность увидеть, как это, они имели возможность, ну к чему стремиться. И есть маленькая сцена, где они могут уже сейчас себя проявлять, где они уже сейчас. ведь могут... парша. Да, да, да. Ну для многих людей это будет вообще первый опыт. Открытий микрофон, Да. О, я как раз хотела сказать, что да. сейчас эта штука популярна открытый. То Тобто, если я пройду туда, я да. просто глядач. Может выйти на еще заспеваты это это больше у нас это как фишка у нас открытый микрофон будет э, на сцене э, музыкальной у нас открытый микрофон этическом блоке, блоке. нас открытый микрофон во время стендапа у нас кстати стендаптор будет у нас где еще есть открытый микрофон На, урбан, на Urban, Place что? еще. Да, на Urban, да. На urban Place. То есть, будь да, я, я приезжаю просто 18 утра в Мукачево и шукаю микрофоны. и проявляю как таланты. Там, по расписанию есть написано, в какое время открытый микрофон, то есть вы можете поучаствовать вполне спокойно. Но, главное, посмотрите сначала на тайминг. Не тайм-шоу на фм Продовжуємо розмову про фестиваль під назвою Art Weekend, що відбудеться у Мукачеві 18-19 травня. І давайте пройдемось далі по локаціям, які ще цікаві будуть. Про музичні ми вже поговорили про лекційні. Так само поговорили. Що стосується дитячих, поетичних дівчата. Що скажете? Детська локація, звісно, вона настроєна на аудиторію дітей. вона максимально ну ми настроєна на то, щоб завлечь детей разного возраста сделать это интересным сделать это не только интересным не просто их как-то завлечь и ну освободить родителей а научить чему-то детей у нас будет очень много тоже мастер-классов с детьми у нас будут флешмобы отдельные чтобы не мешать взрослых и детей ну как бы чтобы вот уделить время детям я думаю это очень важно и и да ну я работаю аниматором опыт большой довольно таки поэтому будем настроены на то что детям понравится Вообще, оба понимаете. два дня так само суббота да, и неделя оба, оба дня оба расписаны. У нас будет очень много фишек. Бэйблейд такие известные какие-то уже игры. Стараемся сделать это очень интересным, насыщенным и ну, классным. Деткам будущего там подавиться если что пограти. Uh, Паня Антонина, что скажете с приводу поэтичного -поэтично блога, или як він называется правильно? Да, -да поэтический блог. Он будет работать 19 числа в 6.30 вечера. Начинает свою работу. В парку, так? Да, в парке Победы точно так же, на зоне лекций и мастер-классов. у нас много участников. Будет живая музыка на фоне. И плюс будет также открытый микрофон, где каждый тоже сможет проявить свой, так сказать, талант. То есть можно прийти, прочитати свої вірші. Конечно. Конечно, можна і не свої, но нужно об этом указать ага, обязательно. Ага, тобто суть не тільки в тому, щоб популяризувати свою да, літературу, да. а просто почитати всім, хто любить почитати. Ви там будете особисто розповідати щось? Что-то Посмотрим. Я пришла послушать. Добрый дети. Давайте, давайте далее. Вы кажете, что парк не едина локация. Почему? Что еще будет? что будет в центре места? Да. Мы так вот что-то думали, думали. Мы не не используем весь парк. Начнем с этого. Мы используем только часть парка, потому что сам формат фестиваля он более такой теплый, уютный. Мы очень много локаций будем задействовать на траве, что нестандартно для фестивалей для наших, по крайней мере, которые там проводятся. И э, мы решили, опять-таки, не, не кучкать все в парк. У нас э, сейчас фестиваль совпадает с Днем уличной музыки. Это вообще праздник всемирный и всеукраинский. Его в этом году празднуют более 50 городов. И мы хотим провести флешмоб в центре города. Это на всех центральных площадях э, буд будут... Э, уличные музыканты причем э, достаточно не классссические для мукачеего э, исполнители э, такие как э, будет барабанщик уличный у нас я еще такого не видел э, будут хип-хоп исполнители тоже такое что на улице не всегда встретишь и в Ну, вот как-то так. Это будет в первый день, в 10 утра, и мы будем в центре же и открывать фестиваль. В ратуши, так? Да, возле ратуши, и три площади у нас есть в городе. Все три площади будут э, забиты музыкантами. Во у -у -у. второй день с 8.30 у нас начинается регистрация. З 10 утра починається велозабіг в Валенберга. Валлінберга. Вілезебіг екскурсіоно-туристичний. Велосипедисты будуть їхати в сторону Ченодієва, Обава, Озера і їх параллельне екскурсовод будуть розказувати. Їм щось. Зрозуміло, У мене питання щодо флешмобу. Жителі Мукачева взагалі не тільки жителів Закарпаття, всі, хто захочуть прийти на флешмоб, вони яким чином можуть взяти участь, як глядач? чем может за такие инструменты с собой тоже играть? Если музыканты, мы очень хотим призвать всех, кто занимается музыкой, просто выходите в этот день и присоединяйтесь к нам. Музыкантов много не бывает, уличных музыкантов тоже много не бывает. Мы все это так модерируем, чтобы друг другу музыканты не мешали, ни по громкости, ни угу. это. Но это одна из таких один из таких дней, одна из таких возможностей, когда мы можем объединиться все вместе и показать, что, ну, как бы, вот творчество у Мукачеви есть, это не только вот сидеть у себя на диване там дома и играть на гитаре, что это есть, и это громко, это слышно. Не треба заздолгить для этого флешмоба, для участия? У нас есть основной костяк музыкантов, которых мы пригласили туда, но как таковой регистрации не нужно. А як буде відбуватись? Це просто всі одночасно почнуть грати на своїх інструментах? Це не буде якась какофонія чи якийсь твір мистецтва будуть о, грати? Я, я просто не можу це зрозуміти. Ми, ми продумуємо дистанцію. Стараемся их э, расставить друг от друга достаточно э, на приемлемое расстояние, чтобы они друг друга не перебивали и каждый играет свое. Э, то есть, ну, если правильно это все сделать, то все будет нормально. Э, плюс у нас будет открытая фортепиано, кстати, как фишка, которая еще я не не, не припомню в Мукаче. То есть тоже одна из э... таких штук на діючної музики, uh, якщо музикантам потрібно uh, підключення електричства, тож намагаємося його uh, предоставити і забезпечувати да. повністю технічно. Добре, тоді в мене дуже питання важливе. А як з погодою? Якщо буде дощ, у вас всі локації на вулиці? У нас такой же вопрос. Mm -hmm. Ага, тобто, не, не домовлялись. <laughs> з да. ми, ми, ми просимо. Ми... хотим, чтобы погода была нормальная. Мы уверены, что погода будет хорошая. Но это такая, это опасность. Кто когда-то делал мероприятие на открытом воздухе, тот знает, что это единственное, что прям предугадать невозможно. И там у нас нету двух 3 миллионов гривен, чтобы разогнать тучи самолетами, mm -hmm. к сожалению. А если взять с собой парасольки? Да, мы готовимся к этому, форс-мажоры, естественно. Да, и мы разрабатываем план еще. Да, разрабатываем план, как это все обеспечить хотя бы как минимум целость аппаратуры, ну, чтобы она осталась жива после mm -hmm. дождя, если вдруг он пойдет. Но на самом деле, да, надеемся на то, что будет хорошая погода, и нам да. Будемо так також на це сподіватися, але я думаю, людина, яка хоче розважитись, вона може це зробити yeah. і, і за поганої погоди. Продовжуємо розмову з Павлом, Дар'єю та Антоніною про фестиваль, який вони організовують цими вихідними. Я так розумію, що це фестиваль на честь Дня народження міста Мукачева, так? Ну, по суті, так. Да. Ну, опять таки це совпали дати. Ага, це просто збіг. У нас фестиваль це як молодіжне движення, второй год уже проводиться. Поэтому... Ну, это от этого не особо зависит, и то, что у нас даты совпали с днем уличной музыки, тоже, ну, так получилось. У нас в этом году вообще очень интересная, интересная череда совпадений, потому что э, мы, э, ну, как бы исходили из даты дня уличной музыки, э, оказалось, что много городов Украины его празднуют, классно. Потом это совпало с э, графиком туром э, немецкой группы. Потом это совпало с днями города Мукачева. И Щось ну, мені все. підказує, що ви тішитеся від того, що одразу 100%. стільки по ті, що люди завітають до Мокачева, там ще буде ніч музеїв, так до замку. Люди завітають і ще заодно до вашого фестивалю. Ну це дуже добре, це не може не тішити. А давайте трошки про організаційні моменти. А, зазвичай, коли роблять якісь фестивалі, є якісь харчові а, такі локації, тобто де можна а, спожити якісь напої або а, страви. Чи будуть такі локації у вас, чи треба з собою щось взяти, якщо я планую прийти на весь день на ваш фестиваль? Да. Там мы будем занимать конец парка. В начале парка работают несколько точек питания. То есть я думаю, что там можно будет питаться вполне нормально. Правда, это не на самом фестивале, это не в рамках самого фестиваля, потому что фестиваль неприбыльный, и мы не можем продавать ни еду, ни это. Поэтому, как бы, вот так вот. Но я думаю, что голодными не останемся. — Добре, а с приводу велозабега, который будет в неделю, а что с собой треба взять? Или вы организовываете полностью на таком уровне, что и велосипеды даете, и шаломы, и все остальное? — К сожалению, пока что нет. Ну, велозабег для нас — это новинка в следующем году, думаю, будет лучше, если будем еще раз делать. Ну, во-первых, это самое важное, должен быть полностью исправный велосипед. Это ваша же безопасность, если у вас там, вы знаете, что есть какие-то проблемы в велосипеде, лучше или возьмите у кого-то нормальный целый, или почините, ну, вот. Плюс желательно, чтобы был шлем, яркая одежда, чтобы было видно велосипедиста, аптечка, с нами будет машина сопровождения, будет аптечка у лидера колонны, у замыкающего колонны, но тем не менее лучше с собой взять. И э, ремонтный комплект для своего велосипеда. То есть так вот. Чи будет дорога дальняя, чи варто брати с собой воду, харчи и решта? Да, кстати, хотя бы 2 литра воды должно быть при себе. Мы так подсчитали, что это будет где-то около 40 или 50 километров общий маршрут. Угу, Поэтому... Туда назад уже? Да. Зрозуміло, добре по організації все ясно. Я е, натрапила на інформацію на вашій сторінці у Фейсбук про партнерів. І я так зрозуміла, що ви саме співпрацюєте так само з неприбутковими е, такими волонтерськими організаціями, які теж хочуть популяризувати якусь культурну складову так, Закарпаття. Може, розкажете трошки про партнерів? Хто хоче? Дарія, можливо, ви. А, да, наші партнери, вони частина Ужґародські, ані. Вони... На самом деле очень большой вклад сделают тоже в развитие, вообще в организацию этого фестиваля, что очень приятно и не может не радовать. Безусловно, это хорошо, когда организации, которые настроены на одну цель, они объединяются, они как-то сотрудничают вместе, и это дает какие-то возможности больше, чем ну, каждый по отдельности. вот что еще добавить спасибо им большое ну, можно да. мы называем ваших партнеров те организации да, кстати вы меня сейчас так на такую мысль натолкнули что действительно в этом году как-то объединились общественные организации причем не только мукачески не только закарпатский если перечислять то это стилет изтеллос ужгородская поэтечная спилка это Национальный Ренессанс, благотворительная тоже Ужгородская организация. Это «Будуем Украину разум. это «День в уличной музыки, «Народная рада Мукачевщины». То есть, вот сейчас у меня, я так подсчитал, пять общественных организаций. Если вдруг кого-то забыл, извините. Вот. Поэтому, ну, классно. Есть Допа... с так, и есть люди, которые э, разделяют вашу думку, и это не может накишить. Правильно? Да, есть. Вот. Конечно, мы открыты для сотрудничества со всеми абсолютно компаниями, предприятиями, людьми, участниками, творческими людьми. Главное, у нас есть идея, мы хотим сделать так, чтобы люди развивались. Мы хотим сделать так, чтобы люди развивались творчески, интеллектуально, чтобы люди становились личностями. Как бы для этого наша организация, в принципе, и существует. Поэтому, если кто-то разделяет наши идеи, мы открыты. И не может не радовать, что вот эти организации, участники оттуда вам могут просто взять и принять участие в любой нашей локации, в поэтическом блоке, или помочь где-нибудь с концертной программой. То есть сами партнеры и участники этого да. фестиваля. Некоторые, и да. Я еще хотел сказать одну очень важную вещь, наверное, самую важную из того, что мы ну, можем здесь сказать. Это самый, наверное, важный наш партнер, это наша организация. 360 мукачева э, с, арг, сами организаторы фестиваля вы, так разуме э, так? это, это мы <гум> и э, еще достаточно много человек которые сейчас э, в городе которые сейчас работают то есть мы мы сейчас на эфире а там работа у нас кипит фестиваль готовится в э, 360, если кто-то нас слушает, мы вас очень любим, ребята, вы молодцы. Я так разумею, нас потому что охоплю это все, так, все 360 да, градусов. Да, да, да. А, а чем еще занимается ваша организация фестивалей? Ну, у нас действует молодеж... молодежный центр в городе, и многие направления, которые будут сейчас на фестивале, мы их стараемся внедрять уже, ну, там, на, на постоянная основа основе. Как? На постоянной основе. Как? у нас есть музыкальная программа которая происходит каждый месяц мы еженедельно играем в мафию которая тоже будет на фестивале у нас есть фотовыставка прям внутри молодежного центра джаз Dance. у нас был поэтический блок у нас был стендап мы проводили поэтому и это все на волонтерских засадах да да, да. звёздки такая в таких молодых людей популяризовать такие речи абсолютно как ты безвозмездно вызвать какие-то не вызвать наверное пробудить эту сведомость, вот, вот сознательность человека, чтобы молодежь, вообще люди, они начали думать, они начали не просто жить и ну, проживать так, как им диктует, там, не знаю, мир, может быть, общество, может быть, что угодно, а чтобы они, они решали свою жизнь, чтобы они выбирали, чтобы они могли делать выбор. У нас был очень классный дискуссийный клуб. Мне на самом деле нравилось, когда мы собирались по 20 человек, мы поднимали какую-то тему, и мы начинали на нее дискуссировать. И это интересно, и были правила там определенные, чтобы не было там, ну, не приходило это все в споры и что-то больше, чтобы это было просто дискуссия как бы никто никого ничего не навязывает. Но это классно, это очень важно. Это очень важно, чтобы мы разговаривали, мы делились каким-то своим мнением, возможно, опытом. Ну, в этом мы растем. Чем богато уходчик брать, участь такому. Сейчас, сейчас в команде нас 25-26 человек, mm -hmm. и плюс есть постоянные гости наши. То есть я думаю в среднем около 30-40 человек так вот постоянно мы охватываем. Еще если говорить про мотивацию, то у нас всех есть у всех вообще людей есть выбор идти вперед там развиваться или идти вниз деградировать, да. К сожалению, многие выбирают второй путь, но э, вот когда нам мы, мы решили, что мы хотим развиваться и нам нужны для этого условия и вот это был такой переломный момент, когда вот ты долго что-то хочешь сделать я, допустим, занимаюсь музыкой 10 лет и для меня была огромная проблема найти музыкантов найти группу, найти единомышленников сейчас э, найти музыкантов, собрать группу для нас это вопрос трех минут ну, вот действительно, мы можем собрать из э, нашего общества один состав группы, потом второй, потом третий. Абсолютно в любой момент. В любой момент. В любой момент. Вот. И поэтому, поэтому да. мы очень долго страдали тем, что от того, что как бы, ну, не получается, нет условий для развития, а очень хочется. И поэтому в один прекрасный момент у нас случился такой слом, что типа, все, давайте с сегодняшнего дня мы сами создаем себе условия. Молодцы. И... Динамика позитивна. Я вам дуже вдячна за то, что вы являете собой нашей майбутней, майбутней нации. Дуже вам дякую. Сподіваюсь, что фестиваль пройдет успешно. Дякую, что завітали до нас в студию. Вам спасибо. Дякую. Спасибо.